Пятые азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде богаты на рекорды. Женская команда по плаванию из Гонконга празднует триумф. Их результат – лучший за все годы проведения Азиады. Комбинированную эстафету 4 по 50 метров они проплыли за минуту 48. Вторыми в этой дисциплине стали спортсменки из Китая. Третьими – представительницы Таиланда. «Мы сделали это! Мы сделали это! Работа в команде – это замечательно! Работа в команде помогает исполнять мечты! Нам сложно описать наши чувства. Думаю, мы достойно представили Гонконг. На играх царит чудесная атмосфера. Ашхабад проделал отличную работу. Мы счастливы. Эта медаль и уж тем более рекорд стали для нас неожиданностью». В первый же день китайская сборная по плаванию начала охоту за золотыми медалями. И сейчас команда из Поднебесной первая по числу наград. 19-летний Ван Ли Джо – один из сильнейших спортсменов. Он уже выиграл 2 золота и серебро и побил 2 рекорда на дистанциях 100 и 50 метров брасом. «Это так важно для меня. Первые 50 метров мне дались нелегко. Я боялся стать вторым. Сейчас же я счастлив». До завершения Азиады осталось лишь пара дней. Те, кто пристально следит за играми, уверены, что именно сейчас наступает момент, когда могут быть побиты многие рекорды.